Ведь, по-моему, именно с ними вы записали свою такую вот такой русофобский манифест неожиданно про команданта Ярыша, нет? Да, записали с ними. Да, это было очень неожиданно. То есть это не было неожиданно в момент, когда был релиз, а сейчас, когда «Правый сектор»… Это год назад мы записали. Да, на Украине. Год назад, в конце марта. Декларируют, ну, не совсем такие приемлемые, скажем, ну, как мне кажется, для нас с вами тезисы. Сейчас это смотрится, слушается… Не так, как год назад. Вы согласны? Согласен, конечно. Там, так и я уже не такой, как год назад. Вот. История написания и создания этого произведения я специально, значит, так особо не доверяю нашим средствам массовой информации. Угу. Вот. То, что транслировалось тогда по телевидению, вот. Я поехал на Майдан, это был февраль, да. Жуткая холодина, угу. Вот, и провел там около трех суток. Ну, уточним, что это февраль 2014 года, то есть да, это больше, чем год назад. Провел там около трех суток, общался с людьми, как с западенцами, угу. Так и с киевлянами, как угу. Там с днепропетровцами, так и с полтавчанами, угу. То есть с кем мне удалось тогда поговорить, слушал диалоги, то есть все это наблюдал. Угу. Конечно, скажу честно, меня вот эта энергия Майдана, она меня раздавила. Угу. Раздавила, и когда я уезжал в аэропорту... Раздавил в каком смысле? В смысле... Что это мощно было. Да. Что угу. Это было угу. Очень мощно. Угу. Это было очень мощно. Я когда улетал обратно в Москву, я сопровождающим меня людям, друзьям сказал, что Украина для России потеряна. Вот, я угу. Сделал такой вывод, грустный для себя, потому что, ну, у меня тоже есть украинские корни, как и у многих у нас. Вот, ну, они не западенские, слава богу, да, а полтавские, поэтому, то есть, вот. А потом, когда вот уже там все это случилось, финал, и, значит, и президент убежал, и все это, и по свежим, по горячим следам я предложил группе 2517 записать этот трек. То есть я сказал, что я пишу слой майдановский, опишу, а ты, говорю, Андрей, опиши... Андрей, ну, вы только поясните, какой Андрей? Это автор треков, автор лирики группы 2517 по кличке Бледный. А ты, говорю, пиши всю конспирологию, которая вокруг происходит. Ну и блестяще мы с этим справились. Без ложной скромности, сказал Ревякин. Вообще этот вопрос совершенно разделил рок-тусовку, если можно такой термин употребить. Он вызвал такие, то есть, отклики там у нас, что только в нашей книге творилось ВКонтакте, что творилось в книге у 2517. Это было... Когда вы говорите книгу, вы имеете в виду... Когда вышел трек, то есть в пространство, в интернет мы его бросили, и разделение произошло. То есть, как и вы все обращали внимание на строки команданта Ярош, но никто не обращал внимания на строки «Мало-мало крови прольется еще». Вот, хотя для этого песня это была испета. Вот. А почему команданты, да, как бы там тоже там возникли предъявлять, когда я ходил по Майдану, многие молодые ребята говорили, у нас реконкиста. Угу. То есть у нас освобождение, у нас реконкиста. Именно поэтому и команданты, и герилья. То есть вот это, освобождение от олигархии или освобождение от нас, кривоногих кацапов, москалей? Фуфаечников, да? Да, ватников. Видимо, все они в это вкладывали и, наверное, и продолжают вкладывать. Ну, пусть освобождаются, да. Посмотрим, чем это... Ну, уже все понятно, чем это закончилось. Да? Закончилось определенное... Мне непонятно. Нет, а что непонятно? Уже понятно, что закончилось определенными тезисами, которые они транслируются, а транслировались они еще раньше на стадионах. То есть там, кто не скачет, тот москаль, там, москаляку, нагеляку, ну, и так далее. И, как правило, ну, как бы у них кто-то виноват. Ну, в данном случае... Российская Федерация, а еще раньше Российская империя, а еще раньше Московская Русь. Ну, поэтому тут историческая традиция, она проследуется, просто она либо бывает придавленной, либо они просятся к царю, как во времена Богдана Хмельницкого, потому что им всем грозило то, что их всех вырежут. Вот, а потом я очень, ну, достаточно неплохо знаю украинскую историю, поэтому, ну, мне сложно. Ну, она сейчас переписывается. Да, она переписывается. Прямо на наших глазах. Да, на наших глазах, вот. Ну, видимо, это основное. Меня другое интересует. Я закончу мысль. Ну, да, на самом деле я счастлив, что Майдан
начался, вот именно там, когда он начался? В 13 году, да, в ноябре? Ну, второй, вот. Да. Хорошо, 30... что он не начался в 200... Ой, в 2020-м. Угу. Потому что поколение бы, уже два было поколения, которые бы люто ненавидели Россию. Угу. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Маски сброшены, месиво крошево, война миров глотает копоть Киев. Без лишних слов считает смерть улов. Маски сброшены, месиво крошево, война миров глотает копоть Киев. И под прицелом души до боли ногие. Посты и твиты сочатся желчью и гноем. Кто кого марионетит, давай за параноем. Ведь так проще, во всем виноваты жиды. Обама, Путин, Адольф, ну и лично ты. Твое сегодня, вчерашний день в Лэнгли. Сэр Луис Айфер всегда предпочитает Бентли. Биг Бен пробил 5, над мавзолеем 9. На виске седая прядь, никому не верить. Держат геополитику, крипторептилоиды. Это бред, подлей индейцу огненной воды. Беднику по медику дай на каждый глаз. Чтоб греть котлы, даже в ад продают газ. За кровоточат стигматы, в скиту заплачет икона. Я хотел промолчать, ветхозаветный Иона. Варианты на небо, под землю или на нары. Пока мы ждем продолжения, кто-то пишет сценарий. Командант-то яраж, красно-черные крылья. Огненная ярость, зимняя герилья. Лютый ветер вторит страхом мораторий. Дозор несет высотно небесная сотня. Мало крови, мало прольется еще. Жертвенная алая выставит счет. Мало крови, мало прольется еще. Хлынут реки алые, выставят счет. Мало крови, мало прольется еще. Жертвенная алая выставит счет. Мало крови, мало прольется еще. Хлынут реки алые, выставят счет. Центр города, сердце расколото. Швы баррикад, слепой судьбы качели. Свободы зов, трещит глухой засов. Центр города, сердце расколото. Швы баррикад, слепой судьбы качели. Желаемое близко, ты в шаге от цели. Сюжет банален, мать хоронит сына. Вдова и дети воют, где-то шипят скотина. Навряд ли будет лучше, точно будет веселей. Сюжет знакомый, мать ест своих детей. Кто поп-гапон, а кто как в темную гандон. Поюзанный рандомно, ты поймешь потом. Или придумают историки, жми на курок. Это урок мелкой моторики, учись, сынок. И тут в прологе боль, и в эпилоге боль. А в некрологе соль, глупый голый король. Он потерял лицо и потерял бы голову, если б не потерялся сам, тут с молоду. Занозы в подреберье и гангренят улицы. И все хотят свободу, суку, дернуть за сосцы. Чтоб молоко смешалось с кровью во имя жизни. Смотри, из горла красный смех, ща брызнет. Командант-то ярош, красноч. Черные крылья, огненная ярость, зимняя герилья. Лютый ветер вторит страхом мораторий. Дозор несет высотно небесная сотня. Командант ярость, мало крови, мало прольется еще. Огненосная ярость, жертвенная алая выставит счет. А
То есть позиции не поменялось за этот год в оценках? Потому что я не так давно беседовал, это я ко второй новинке сейчас потихоньку перехожу, к альбому «Охотник». Беседовал с Дмитрием Ревякиным, лидером «Калинового моста». Он как раз очень сильно поменял свою позицию, потому что он ездил на Майдан, был очарован вот этой, ну, то, что называется, движухой, и совершенно сейчас поменял свои оценки. С Дмитрием Ревякиным вы работали вместе над «Охотником». Переходим к новинке номер два. Вы работали исключительно, что касается по музыкалке, или обсуждалась ситуация политическая? Никакой особой необходимости что-либо обсуждать ни с Ревякиным, там у нас еще есть на альбоме «Охотник» и да. Скляр, Саша и Константин Кинчев. У нас плюс-минус одни и те же взгляды и воззрения. Угу. Там была такая минутная, достаточно сложная, не столь однозначное увлечение Дмитрия Ревякина вот этой именно вольницей майданной, да, но для меня это все объяснялось его творчеством, потому что я слушаю Ревякина года, наверное, с 88-го, и у него все были песни про Запорожскую сечь, про казачество. Это как бы одна из тем, которая всегда у него в сердце болит, да? И он на какой-то момент, он увидел там вот отзвук всего этого, он увидел вот то, о чем он пел и переживал очень долгие-долгие годы. Ему показалось, что то, что потеряно в России, этот дух, вот он сейчас тут каким-то образом проявился. У него мгновенно это прошло. Mm-hmm. Он сочинил одну буквально песню. Там есть буквально два слова «Команданта Ярош». Меня более всего поразило, что когда мы встречались там в очередной раз с Моторолой там в Донецке, он эту песню на своем квадроцикле, он, у него там стоят колонки, он в Моторолу включает песню «Команданта Ярош», едет по Донецку. И что самое замечательное, когда наши оппоненты начинают нам говорить, что посмотрите, как там якобы там в Донецке, в Луганске ненавидят там этих оккупантов, сепаратистов, террористов. Когда мы ехали с Моторолой вместе, я сзади на своем джипе, и он впереди, ему машут все прохожие, дети там, таксисты, старики, женщины, как будто это Рокоссовский едет там, или Жуков, там, не знаю, там, или Чапаев, какой-то национальный герой. И там сам Моторола говорит: вы когда меня спрашиваете о том, там, как ко мне относитесь, чего вы меня спрашиваете? Идите на улицу и спросите у прохожих. Их же никто не заставит вам что-то другое говорить. Вот в этом вся суть. И то, что вот Моторол слушает «Команданта Яроша», и то, что это тоже показатель необычайной широты и внутренней свободы. Внутренней свободы русского человека, русской культуры. Поэтому что нам обсуждать с Ревякиным? Мы все прекрасно понимаем. Для меня тут другое было важно, что люди, для которых в детстве для меня были в статусе полубогов, и Ревякин, Кинчев, я же рос под их фотографиями на стене. И прошло 25 лет, и я вдруг, стесняясь как-то, отправил там две песни Кинчеву, и он мне вдруг перезвонил, говорит: «Захар, нормально, будем петь, песни хорошие». У меня был такой восторг, как вот у меня, может сравнить, когда у меня ребенок там родился. То есть что-то произошло вообще нечеловечное, невозможное просто. Вот, это было огромное удовольствие. Про ребенка было так сказано, что не знающие биографии могут подумать, что Прилепин один ребенок. Рождение моих четверых детей. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».